даже вот такой сложный, как этот. Но, правда, в конечном итоге перед чарами Ксении Алферовой не устоял даже судья, который недвусмысленно грозил тюрьмой, но в итоге Фемида повернулась к паре лицом. Правда, не знаю, развязала ли глаза эта Фемида. Надеюсь, судьи сейчас внесут ясность. Ой, я думаю, я... Я все время думал, все, раз догоняла, раз догоняла. Да, да. Молодец, молодец, молодец. Я уже в конце, когда эти, я думаю, вообще, беги! Беги! Ксения Алферова, Петр Чернышев, оценки за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Заявка. Оценки за артистизм. 6-0. Очень хорошие ребята. Балл 12 баллов ровно. Процесс Ксения выиграла. А соревнование пары Ксения Алферова и Петр Чернышев точно уж не проиграли. Антон, как тебе танец? Ну что ж, интересная история со счастливым концом. Яркий номер, яркие эмоции, яркие костюмы. 2-6-0. А я хотела бы сказать вот о чем. Я помню, как красавица Ирина Алферова привела на женский клуб в дом актера много-много лет назад свою дочку. Вот она даже этого не помнит. Это был первая-первая встреча. И вот смотрите, Ксения Алферова, актриса прекрасная, красавица, мать замечательная, жена, чудо. А о Петре Чернышове разговор особый. Когда я вижу этого юношу на страницах газет, вы знаете, я восторгаюсь. У него внешность такая трогательная, трепетная. Он юноша 19 века. И вот очень бы хотелось, чтобы девушка особенно, которая сейчас с ним рядом, ценила это и никогда его не обижала. Вот такое у меня пожелание. Татьяна, да, вот правильно говорит Антон. Я с ним согласна. Мужчину обидеть невозможно. А потом такая девушка тоже красавица, умная. Зато как смело побежала на поддержку. Да. Молодец. Ну вот это танец. Вот это зажгли. Вот это так, как надо. Да, вот это поддали жару, как говорят. Технически изумительно, много всего разного. Основа, шаги. Петь, конечно, был просто великолепен, так как и тебе и положено быть. Но ты был по-своему великолепен, потому что у тебя такие данные, ты все это можешь. И вот я тебя с возрождением. Раз. Во-вторых, конечно, Ксюша сегодня была прекрасной в твоих руках, и вообще все, что вы делали ногами, было просто изумительно. Вообще, это просто вот попадание в десятку, я бы сказала, вот этот номер. Но, короче говоря, прекрасный номер. Прекрасный. Просто подарок сегодняшнему дню. Ну, я вас поздравляю. Наконец-таки мои долгожданные 12 баллов. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о Фемиде по этому поводу? Как вы считаете? Она сейчас от радости развяжет глаза и начнет тоже танцевать. За нас от радости. Я не знаю, честно говоря, вот получили все шестерки. То ли вот присутствие вот как бы вот этого вот атрибута повлияло на судей, то ли я вот в этом... В судейском парике наряде было, они подумали, они присяжные соседатели, чувствовали давление с моей стороны. То ли просто мы лучше стали кататься, может быть, не знаю. Но, в общем-то, во всяком случае, мне кажется, номер удался. Ксюша, спасибо тебе огромное. Несмотря на то, что как бы я вот в этих синих штанишках был, я думаю, что они оправдали свое. Спасибо, Петя, спасибо, Илюша. Я очень хотела быстрый зажигательный танец, но я не думала, что он будет настолько быстрым. И когда мы его пытались целиком прокатать, то у нас не очень получалось. И я хочу сказать, какая вот спорт, я вообще, вот я понимаю сейчас от разу к разу, что я ужасно рада, что я попала в этот проект, потому что это невероятная закалка характера, потому что ты себя так... Потому что к концу я понимала, что я уже не могу ехать. И ты говоришь себе... Вперед, езжай, держись на коньках, и откуда-то собирают силы, ты едешь. В общем, потрясающая тренировка, не знаю, силы духа или чего-то. Спортсмены — это, конечно, люди
Спасибо.